Добрый вечер, 7 часов и 20 минут, прямой эфир телеканал ТВ5, это программа «Без цензуры», и меня зовут Андрей Мамыкин. Как мы обещали, сегодня в нашей студии председатель Даугавпилской городской думы Жанна Кулакова. Добрый вечер. Добрый вечер. Председатель Даугавпилской городской думы Жанна Кулакова родилась 8 апреля 1965 года в Даугавпилсе. Окончила несколько высших учебных заведений по специальностям учителя математики, психолога. Получила степень магистра по управлению предпринимательской деятельностью. Руководила Домом культуры. Была директором Даугавпилского муниципального дневного центра социального обслуживания и реабилитации. Чуть позже возглавила управление социальных дел Даугавпилской думы. В 2009 году была избрана заместителем председателя Даугавпилской городской думы от списка ЛПП-ЛЦ. В 2011 году стала мэром этого города. В прошлом году вступила в партию «Реформ». А сразу хочу спросить вас в рамках онлайн-опроса, поддерживаете ли вы идею автономии Латгалии? Потому что последние опросы социологических контор говорят, что жители Латгалии с большей долей симпатии относятся к этой идее, чем жители всех остальных регионов. Так ли это сегодня в онлайн-опросе программы «Без цензуры» узнаем прямо сейчас. Если вы считаете, да, регион расцветет, первый телефон, если нет, это сепаратизм, второй. Если вы полагаете, что надо говорить в первую очередь об автономии Даугавпилса, Даугавпилса. Это, соответственно, третий телефон, который вот-вот появится на ваших экранах. Госпожа Кулакова, в вашей биографии написано, что в 92-м году вы руководили фирмой «Жанми ЛТД». А что такое Жанми? Это аббревиатура или что? Это сокращение основ от чего? Это название фирмы. Вы сами ответили на этот вопрос. Да, но она же как-то расшифровывается. Жанми. Да, она имеет отношение к моим инициалам. То есть Жанна Михайловна? Да, все верно. А кто такое название придумал? Ну, тогда, наверное, было это модно. Это было очень давно. Ну, это вы придумали или там бизнес-партнеры? Нет, мы совместно с бизнес-партнерами. Жанна Михайловна? Да, все верно. Да. Слушайте, и вы еще, вы политики, еще обвиняете нас, журналистов, в нарциссизме, в самолюбовании, значит, там, Жанна Михайловна, Лимитед. Ну, я думаю, что мы все должны через это пройти, чтобы понять, что это такое. Для вас вообще 90-е годы, они вот кто-то говорит, там, ужасными годами, кто-то временами рэкета, расстрелов, там, из чего угодно. Даугавпилс, Латгалия, там, наверное, все было острее, хуже, чем 90-е в Риге, все-таки Рига — это столица, а там близко к России. Вот вы из 90-х годов что вынесли в своей биографии? Я из 90-х годов унесла большой жизненный опыт, потому что действительно это было достаточно сложное время. Время перемен, изменений, то, к чему мы не были, наверное, готовы. И мы, наверное, каждый действовал по своему усмотрению, по своей какой-то определенной интуиции. Поэтому это большой жизненный опыт, который мы получили все. А что сейчас с этой фирмой Жанна Михайловна Лимитед? Она работает. До сих пор? Да, то есть я в ней уже давно не работаю, да, но она имеет место быть на сегодняшний день. А чем занимается, если не секрет? А не могу сейчас сказать. Почему? Потому что я уже давно отошла от этой организации. Ну, пироги печет или, я не знаю, покойников хоронит. Сфера бизнеса, это можно сказать? Нет, это разного рода маркетинговые услуги, которыми занимается данная фирма. 6735-7431, телефон прямого эфира, и mamikin@tv5.lv, адрес для электронных посланий. Я вот думал, Даугавпилс позвонит первым. Но я ошибся. Первым позвонил Виллис из Саласпилса. Виллис, прошу вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос гостя. Я знаю, что на референдуме год назад большая часть избирателей Даугавпилса проголосовала за русский язык. Но вы проголосовали против. И члены вашей партии, ваши единомышленники, считают, что те, кто голосовали против, это враги Латвии. И как вы можете после того, как большинство избирателей проголосовало против, оставаться мэром этого города? Вам бы нужно было подать в отставку. Виллис, вот как вы хитро запаковали, спасибо. Вообще, я тоже, не опасался за вас, потому что то количество проклятий, которые только мне на электронку пришли после вашего почти годичной давности заявления, что вы считаете, что только латышский язык должен оставаться государственным в стране, я думал, надо нанимать охрану, ее там четвертуют, потому что это совершенно против электоральных ожиданий. Ну и как это было там? Спасибо за вопрос, действительно он очень актуальный, все равно остается на сегодняшний день.
То есть я действительно голосовала за латышский язык, потому что я родилась в Латвии, и я родилась в Даугавпилсе, и, наверное, эта культура и ментальность, она для меня знакома и понятна. То есть я считаю, что язык того государства, в котором мы живем, он не только является каким-то государственным языком, он является символом государства, он является культурой государства. Я бы не хотела, чтобы мы потеряли этот язык как, наверное, достояние культуры, потому что с этим языком у меня связано детство. Да, я благодарна... Ой-ой-ой, вы же год назад признавались, что у вас детство связано немножко не с этим языком, а с латгальским языком. С латгальским языком. Но вы считаете, что латгальский и латышский — это одно и то же? У нас не было референдума по латгальскому языку. Не, да, ну вы поэтому... как считаете? Язык бабушки — это часть латышского языка или отдельно? Это часть латышского языка. Часть латышского языка. Может быть, латгальский, даже судя по исторической справке, он был первый язык, а потом был латышский. Но я думаю, что нужно понимать, что слова одинаковые у нас есть. И моя позиция, она на сегодняшний день является такой же, поскольку, наверное, это воспитание и история моей семьи. Поскольку мать, она мне была латышка, отец был русский, и родители отца тоже были, и мать была латышка, и отец был русский, у матери родители были латыши, поэтому я считаю, что я не могла предать ни отца, а ни мать, да, в данном вопросе. Вы не как Виллис говорит, что вы пошли против ожидания избирателей, то есть в этом случае я не прошла... это крайне непопулярно. Нет, Даугавпилс был в основной своей массе за русский язык. Действительно, было 85% голосования за русский язык, но я считаю, что это было протестное голосование, поскольку мы все знаем, только недавно были выборы в Сайм, и народ, он считал, что несправедливо Сасканес-центр не был взят в коалицию. Да, это информация в нашем городе, которая была, и я считаю, что это было протестное голосование в данном случае. Ну хорошо, давайте к Даугавпилсу перейдем. Взяли вы Сасканес-центр в свою коалицию, в Даугавпилскую, городскую, в местной думе. И вице-мэра от Центра Согласия Ширикова КНАП того посадил за решетку. Ну, правда, это не приговор суда, а мера пресечения. Что за история была с вашим вице-мэром от Центра Согласия? Давайте, я бы не хотела, чтобы мы какими-то такими словами говорили, что посадили за решетку. То есть он сидит за решеткой, мера пресечения есть. Он находится под арестом. Да? И пока нет, он не в тюрьме находится, он под домашним арестом находится? Нет, он, это называется арест все-таки. То есть за решеткой. Будем корректны. И пока, я считаю, никакого решения нет, я думаю, не нужно обвинять Ширикова, потому что он является нашим коллегой, и я думаю, что пока решения однозначно не будет по данному вопросу, я считаю, что, наверное, может быть, и некорректно сейчас вести такое обсуждение. Вы словно защищаете его? Почему бы нет? Мы все-таки живем в правовом государстве, и мы должны получить решение того же суда, является он виновным или нет в данном вопросе. Ну, вы знаете, как вот у многих там, у охотников свои приметы, там, у грибников свои. В политике в отношении КНАБа есть приметы. Если судья дал уже меру пресечения, взятие под стражу, то, скорее всего, будет обвинительный приговор суда. То есть его, скорее всего, осудят. Вот, получается, есть за что? Вот что-то такое в работе Ширикова было, что могло бы нарушить закон? Ну, на ваш субъективный взгляд. Нет, Андрей, я не буду брать на себя роль судьи, я все-таки дождемся, мы живем в правовом государстве, дождемся все-таки решения суда, и тогда мы будем на эту тему рассуждать. Я все-таки хочу верить, что мой коллега невиновен, поскольку как работник, как мой заместитель, он все-таки работал полноценно и достаточно хорошо. Хорошо. Да. А вот все эти бесконечные слухи, которые ходят по дворам, и беззубые старухи их разносят по ушам, про коррупцию в Даугавпилсском самоуправлении, про купленность депутатов. Да? Вчера, например, ваш тоже бывший коллега, бывший депутат Даугавпилса Рихард Эйгем, который почему-то давно избегает нашей программы, но он пришел к коллегам на радио «Балком», и они его спрашивают, ну, а там же партия реформы, министр Спруч, ну, в общем, выделили какую-то целевую дотацию. А Кулакова эти деньги положил себе в карман. Ну, то есть вот такие вот обвинения, они же наверняка вас как-то, ну, я не знаю, как-то, ну, если не задевают, то, по крайней мере, заставляют задуматься, почему априори всех депутатов Даугавпилса считают купленными, проданными, там, взятки берущими, по карманам рассовывающими. И если это так, то почему к вам не приходит КНАП? Почему вы еще на свободе до сих пор, если вы все там с конвертами? Ну, вы слишком далеко пошли, да, если говорить обвинять с конвертами. То есть я бы не хотела, чтобы сегодняшняя наша встреча, она строилась на каких-то домыслах в данном случае. Да? То, что говорит господин Эйгем, но скорее ему тоже нравятся какие-то такие предвыборные манипуляции с такими словами, которые, ну, всегда не задевают людей за живое, если человек
берет взятки. Да, я считаю, что факты неподтвержденные, наверное, не нужно об этом говорить. Давайте послушаем Михаила из Риги. Вот опять не Даугавпилс. Михаил, прошу вас, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Госпожа Кулакова, у меня к вам всего один вопрос. Я так понимаю, что вы становились мэром города Даугавпилс от партии «Центр Согласия», а теперь перешли в партию «Реформзаторство». Скажите, пожалуйста, а почему вы перешли? Вам это не нравится? Или вас подвела «Центр Согласия», или обманули? Вот как объяснить, что вы перешли? Вот я знаю, депутаты Сейма в одном созове не имеют права переходить, а руководитель самоуправления имеет, да, и почему вы это сделали? Спасибо. Спасибо большое, Михаил, но все-таки я вас хочу поправить. Не от списка «Центра Согласия» избиралась 4 года назад госпожа Кулакова. Не от «Центра Согласия», все-таки будем корректны. А действительно, я избиралась не от списка «Центра Согласия», я избиралась от списка ЛПП-ЛЦ, но, к сожалению, история нашей партии, она приказала долго жить, и на сегодняшний день мой выбор – это партия «Реформ». Ну, а, соответственно, почему не «Центр Согласия»? Это мой личный выбор, и а почему вы такой я выбор поддерживаю сделали? На сегодняшний день партию «Реформ», даже начиная с того, что мне нравится название этой партии, слово «реформа», потому что я по натуре сама реформатор, но не агрессивный реформатор, и желание делать какие-то изменения, изменения не просто в качестве каких-то программ, а в качестве реформ, для меня они значимы и понятны. И вас не смущает в партии «Реформ», что основатель и лидер этой партии господин Затлерс, и была история с неудавшимися реформами медицины, которую он обещал, история с конвертами. Вас это не смущает? Нет, Андрей, меня это не смущает, потому что, конечно, легче всего ничего не делать. Ну, да. Человек брал конверты, он в этом признался. Он по-прежнему лидер этой партии, партия его не сдает, и вы к ней присоединяетесь. В данном случае, я не знаю, этот факт взятия конвертов – это один момент, но нужно говорить об общих моментах, все-таки политических моментах данной момент. Партии. Квартира. 500 000 латов налогоплательщики, задыхающиеся от кризиса страны, заплатили за то, чтобы выкупить для его нужд, так сказать, пусть и в собственность государства, но для нужд Затлерса. Квартиру за 500 000 латов. Кстати, были в этой квартире? Не пригласил в гости, нет? А нет, я не была в этой квартире. А, видите, какой барин высокомерный, не пускает к себе, да? Ну, не фамильярничайте, Андрей. История с квартирой. История с квартирой. Если у нас в государстве приняты такие правила, что президент имеет право претендовать, значит, мы должны менять правила, если мы народ не согласен с этим принятым ранее уже решением. Хорошо, лимузин. 80 тысяч латов. Такие же правила, которые были приняты. 4 литра объем двигателя. И человек ездит, все, ничего не жмет, ему нормально, как бы вот он. Президент Берзнич отказался от юрмальской дачи. Президент Берзнич сказал: я не вижу себя в эскортах, с мигалками, с перекрытым вантовым мостом, я из Юрмалы в Ригу ездить не буду. А Затлерс на пенсии ездит и ничего, на лимузине. А значит, господин Берзнич покажет, наверное, новую традицию среди президентов, которая должна быть в нашей стране. Ну и смотрите, вот самое главное в вашей истории с партией «Реформ». Вы были в ЛПП-ЛЦ. Вы верили, наверное, тому руководству, там, региональным лидерам или Айнеру Шлессерсу, я не знаю кому. А у нас какой-то бред творится в прямом эфире. Наверное, эффективные менеджеры продолжают прекрасно руководить прямым эфиром. Так вот, я продолжу, если кто не видел. Партия «Реформ». Вы были в ЛПП. Вы верили Шлессерсу. Затлерс боролся со Шлессерсом. На этой волне он пришел в Сейм. Он получил самую большую фракцию. И вы, как вот этот вот олигарховый, так сказать, коллега и товарищ шлессеровский, вливаетесь в его ряды. Как нелогично. То есть, представляете, если бы ячейка партии Лембергса сейчас вступила в партию «Реформ» Затлерса, вот то же самое было бы. Ну здесь идет речь о партийной дисциплине. Действительно, когда я вступала в ЛПП, партию ЛПП, то есть для меня программа партии, она для меня была интересна, важна, и я готова была участвовать в этой программе. Но когда партии не стало, то есть я приняла решение вступить в партию «Реформ». Но почему в партию «Реформ»? Ведь они ведь вас и вашего товарища Шлессерса, с которым вы долгие годы были в политике, ну, он в Риге, вы в Латгалии, но вы были с ним. Вот они вот как бы, ну, я бы из принципа, не знаю, там, если бы моего бывшего главного редактора ТВ-5 Влада Андреева обижали бы, я просто за него заступился, потому что у меня есть большой период прожитого с ним опыта. И вы как бы вот предали Шлессерса и пошли к Затлерсу, который обзывался на ваших товарищей.
Ну, я думаю, что предавать я не предавала, потому что господина Шлессерса я уважаю на сегодняшний день тоже, потому что он человек с определенной харизмой, но ситуация на сегодняшний день в политическом плане и в стране, и для нашего города, я считаю, для Латгалии в целом, она интересна, программа, которую предлагает партия «Реформ». Андрей пишет, вы упустили один период из политической жизни Жанны Михайловны. После ЛПП-ЛЦ она в течение года руководила созданной ей уже партией развития, которую бросила спустя год работы, точнее бездействия. Этот цирк забыт не будет, пишет внимательно Андрей на электронку. А что с партией развития? Партия развития имеет место быть, то есть они планируют участвовать и в выборах самоуправления. Но вы создали эту партию и бросили, вышли из нее? Я сказала, что я все-таки человек партийной дисциплины. Да, и у нас было решение, когда было принято решение о закрытии партии ЛПП-ЛЦ, было принято также решение о том, что создавать нужно региональные партии. И я, человек дисциплины, создала партию региональную, которая имеет название «Атестибас партия». Давайте Владимира из Даугавпилса послушаем. На проводе Даугавпилс. Владимир, здравствуйте. Да, здравствуйте. Прошу вас. Владимир, надо задавать вопрос. Время. Да. У меня несколько вопросов, конечно, есть, но я дам такой основной. Как давно наш мэр выходил на центральную улицу города, ну, допустим, часов 10 вечера? И что он может сказать по этому? А центральная это какая для рижан? Расскажите, Ригас. Владимир. Ригас. Да, спасибо большое. Центральная улица Ригас. Как давно вы ходили по Ригас в 10 вечера? 15 назад. Одна из цветущих город, где народ гулял, развлекался и все остальное. Сейчас, в данный момент, я вот выходил, и я видел город вообще пустой. Это, я называю его мертвый город. Да, молодцы, спасибо, Владимир. Понятен ваш вопрос. Очень печально, что наши горожане так называют город, который мы все-таки должны любить и уважать. Что касается центральной улицы Ригас, то все-таки наша сегодняшняя задача, действительно, здесь я согласна, как-то оживить центр нашего города, и поэтому в этом направлении мы работаем. То есть мы сейчас реализуем многие проекты, что касается вообще центра нашего города, для того, чтобы город, ну, все-таки как, жил полноценной жизнью. Поэтому я считаю, что, может быть, 2 года недостаточно для того, чтобы реализовать все планы программы, а я считаю, что у нас уже что-то много сделано в этом направлении. Ну, город, он вымер, все уехали в Ирландию, Англию и так далее, в Германию на заработки, и остались только дети и пенсионеры, так? Нет, у нас есть, наверное, разные все-таки категории жители и пожилые люди, уважаемые, и дети, и среднее поколение. Поэтому я не могу сказать, что мы так вымерли, что у нас ничего уже в городе не происходит. Наоборот, я считаю, у нас сейчас какая-то большая активность, и за 2 года я все-таки имею какое-то удовлетворение от того, что сделано за этот период, потому что все-таки вложили мы достаточно много труда для того, чтобы, ну, как-то сдвинуть и сделать такой положительный, полноценный толчок развития нашего города. И в чем он выражался? Ну, во-первых, 2 года назад мы приняли решение о том, что все-таки мы, наверное, не будем распыляться, а возьмем 2 основных стратегических направления развития города. Это развитие предпринимательства, поскольку мы понимаем, что экономика нашего города, она все-таки напрямую зависит от того, как развивается бизнес, как развиваются предприниматели нашего города. Это и налоги в бюджет самоуправления, но самое главное — это создание новых рабочих мест, что для нас очень важно и актуально, поскольку, к сожалению, процент безработицы у нас есть, но за 2 года он уменьшился. Но, к сожалению, процент безработицы в Латгалии, он самый большой, поэтому я считаю, что это наше... А в Даугавпилсе сколько, кстати, составляет? 10,6, он, в принципе, средний это, по Латвии. Это называется официальное, потому что есть еще скрытые, те, которые да. не регистрируются. Я думаю, что он везде по Латвии, да, скрытый, тоже есть. Но в Латгалии, к сожалению, процент большой, это 20,6, практически 21% безработицы. Поэтому мы должны идти по пути развития предпринимательства, хотя иногда говорить, зачем вы это делаете, это не основная функция самоуправления в данном случае. Но вы, мне так кажется, вы не можете это делать, потому что вы можете поменять закон, вы можете в Даугавпилсе снизить ставку ПВН, не можете, это прерогатива национального законодательства Сейма. Вы можете, я не знаю, там, взять в аренду один... погонный метр государственной границы и через него пускать грузы.
с пошлинами для Даугавпилса? Не можете, потому что это прерогатива национальной политики, национального уровня. Мы не можем действительно напрямую влиять, но мы должны делать разного рода мероприятия. Например, это может быть информационные кампании разного плана, как для потенциальных инвесторов, так и для наших предпринимателей. И один из таких достаточно ярких примеров – это проведение международного инвестиционного форума для предпринимателей. И мы уже в прошлом году проводили его второй. Я считаю, что очень достаточно положительные результаты. Я считаю, что мы первые. А города, самоуправление Латвии должны делать шаг навстречу предпринимателям. Да? И один из вторых таких, наверное, примеров – это то, что на сегодняшний день мы реновируем бывшую территорию большого завода химического волокна. Это индустриальная зона. То есть мы получили финансирование на данный проект. А и это правительство Латвии, от национального или от европейских? Это европейские фонды. И, то есть мы готовим эту потенциальную индустриальную зону для того, чтобы наши предприниматели расширяли или открывали новые какие-то свои предприятия, а также приходили потенциальные инвесторы со стороны. Но вот умерший советский гигант завод химволокна не выдержал лет независимости. У вас есть уверенность, что другой новый завод с нуля возникший сейчас придет и расцветет и будет работать? Во всяком случае, мы должны надеяться, Андрей. Я не сторонник того, чтобы как-то отрицательно думать о том, что если что-то мы делаем, то ничего не произойдет. Я считаю, что мы должны пробовать, должны, если даже ошибаться, но мы должны идти вперед. Знаете, какой вопрос задала Виктория? Почему Кулакова игнорирует телевидение Даугавпилса? Я, честно говоря, не знаю, о каком телевидении идет, потому что несколько лет назад было две телекомпании «Миллион» и «Даутком». Что с ними сейчас, я, честно говоря, не очень даже хорошо знаю. Но если можете, Виктория, ответьте. Игнорируете телевидение Даугавпилса? Даугавпилс — это, наверное, телевидение Даутком здесь имеется в виду. Да, у нас, к сожалению, не складываются такие хорошие отношения. Почему? То есть они находятся в явной оппозиции, поэтому, наверное... То есть местное телевидение играет какие-то политические игры? Трудно сказать, в какие игры. Но, во всяком случае, я кого? Как руководитель понимаю, что та информация, которая выходит с каналов данного телевидения, она не имеет объективный характер, тот, который есть. Дайте по рукам, подайте в суд, если вас оклеветали. Здесь бы хотелось, наверное, задать вопрос вам, как журналистам тоже. Вот вопрос о профессиональной этике, о принципах профессиональной этики. Когда я сталкиваюсь с той информацией, которая вот в средствах масс-медиа, ты как руководитель понимаешь, когда она напрямую касается тебя, и она не имеет даже 50% истинной информации и истинных вещей, те, которые есть, то есть всегда хочется вернуться к этим принципам профессиональной этики. Я даже посмотрела в интернете, есть ли вообще такой термин. Да, и я поняла, что все-таки есть 10 принципов этики журналиста. Латвии. Ладно, я такой человек, я в этику не верю, но есть уголовный закон, и я точно знаю, что на меня за любое слово могут подать в суд. И многие подавали, и пришлось отбиваться, и там некоторые процессы выиграны, некоторые еще в суде находятся. Но я точно знаю, что это как бы объективная черта профессии. Ну, соответственно, вы можете это право использовать, только с другой стороны. Если вас оболгали, причем тут этика или не этика? Если распространили ложь, подайте, накажите рублем или латом. Спасибо за совет, мы об этом обязательно подумаем. Давайте, Антонина из Даугавпилса звонит. Прошу вас, Антонина, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Антонина. Я вам хочу сказать, сегодня на 28-го... Алло, вы меня слышите? Прекрасно слышим. И Жанна Михайловна тоже слышит. Очень хорошо. Сегодня 28-го числа слышит, у нас канал подключения. У нас в Думе была презентация, а госпожа Кулакова сигнала к вам. Она боится людям в глаза смотреть. А что за презентация? Презентация была по стройке свалки. По мусорному заводу. Да. Давайте о заводе по сортировке мусора поговорим сразу после короткой рекламы. Реклама на ТВ5, и мы вернемся. Прямой эфир ТВ5 продолжается. Программа «Без цензуры». Жанна Кулакова, мэр Даугавпилса. Еще почти полчаса на ваших экранах. Еще раз добрый вечер. Вы ищете ответ на вопрос, поддерживаете ли вы идею автономии Латгалии. Пока большинство голосов поддерживают, 86-33 говорят, это сепаратизм, а 10 хотят отделить только Даугавпилс от всей остальной Латвии или, по крайней мере, дать какой-то автономный статус. Евгений написал, классный город, простите, мы работаем в этом городе, нам все нравится, хотя сами из Риги. Спасибо Жанне Кулаковой. А вот другой человек вас, наоборот, ругает. Говорит, что вы не смотрите за городом, город грязный, снег не вывозится, и город не освещается, и вообще. Партия развития, город возможностей, да смешно. Да нормальный мэр, а самое главное, симпатичный. Видите, один за, один против, голос за вас. Хотя, честно говоря, так немножко смотрю, критических заметок чуть больше.
Еще один человек прислал мне 43 килограмма писем. Все почему-то на государственном языке. Я думаю, это вы призывали за латышский. Сейчас все в долгу впился. По поводу мусора. А вот я, конечно, все переводить не буду в прямом эфире, что понятно. Но, в общем, вопросы по поводу строительства завода по сортировке мусора, в принципе, в пределах города, в черте города, они остаются. И они действительно заботят очень многих горожан. И многие приходили сюда, многие звонили с Даугавпилса. Знаете, какая у них главная претензия? Что, во-первых, с ними не обсудили. Да, это решение как-то принято где-то там тетями и дядями в кабинетах. И второе, что экологическая составляющая, что воняет. Что мусор, ну, не может пахнуть, как в розарии. И вот это их, жители, претензия к вам, как к городской власти. Можете парировать? Могу парировать с самого начала то, что вы сказали. Во-первых, решение никакого не принято. Вот именно сейчас тот период, когда принимается решение, и 11 января началось общественное обсуждение. То есть поэтому здесь идет диалог с жителями. Но сегодня, наверное, этот вопрос мы уже можем закрыть, поскольку, беря во внимание все эти события, которые проходили в момент общественного обсуждения, весь тот негатив, который на сегодняшний день в нашем городе есть, и мы его не можем сбрасывать со счетов, то сегодня я приняла решение о том, что этот проект мы, не начав, прекращаем на территории нашего города. То есть я обратилась к нашему предприятию, спецоту, о том, что нужно находить другое решение на другой территории, другого самоуправления. Хотя я считаю, что для города это будет экономически невыгодно. Но в данном случае я очень уважаю мнение наших горожан, которые принимали участие в общественном обсуждении, которые отдавали свои голоса, поскольку, ну, самое главное, это все-таки жители нашего города, и нужно считаться с мнением. Хотя с экономической точки зрения я понимаю, что мы теряем инвестиции, мы теряем налоги в бюджет нашего города, то есть нам будет трудно выполнять решение норм Европейского Союза по переработке мусора, по сортировке мусора. То есть и мы где-то в чем-то лишимся 26 рабочих мест. То есть для нас это очень важно и актуально. И, ну, на сегодняшний день я так или иначе благодарна предпринимателям, которые готовы были вложить на территорию нашего города финансирование для того, чтобы помочь городу решить те же проблемы с нормами Европейского Союза, которые от нас уже в 2015 году будут просто требовать. Да? Ну, уважая... Ну, а хорошо, а где этот завод может быть? Во-первых, я так понимаю, что там уже сортировалось какое-то количество мусора. Крайне небольшое, но задел уже был в этой, так сказать, ну, не промзоне, как это, в этой части города. А нет, если вы оттуда это производство по сортировке мусора уводите, то где оно будет? Оно будет за Даугавпилсом, в Демене, в волости в какой-то далекой, вне города? Здесь, Андрей, я хочу вас тоже немножко поправить. Не мы выводим. Ну, хорошо, не вы, самоуправление, так сказать... Да, это взялись предприниматели это делать. И это действительно на территории, вы правильно сказали, по территориальному планированию, это промышленная зона, там, где могут быть такого рода предприятия. То есть выезжали, мы смотрели с депутатами, потому что не каждый понимал территориально, где находится данная территория, на которой планировалось строительство линии по сортировке отходов. От микрорайона, где проживают жители нашего города, микрорайон называется Ругели, все-таки эта зона отделена буферной зоной, то есть есть участок леса, который отделяет, и те же депутаты даже с оппозицией, когда мы выехали две недели назад, они сказали, что да, здесь немножко все-таки поднята волна вот этого негатива, в чем-то искусственно, да, то есть я считаю, что это, наверное, время предвыборной кампании, которая сейчас есть, и где-то выступал тоже один из депутатов, сказал, если бы, наверное, не момент предвыборной кампании, то, скорее всего, наверное, завод этот был бы на территории нашего города. Поскольку он необходим, он соответствует всем новым технологиям, и я не думаю, что он как-то бы очень сильно влиял на всю окружающую среду. Ну, там есть роза ветров, там есть запахи, там есть насыщение мусора технологическим циклом, кислородом. Это тоже может пахнуть при определенном стечении там погодных и прочих обстоятельств. Поэтому, как я сказала, уважаю мнение жителей, особенно жителей микрорайона Ругели, вблизи которого планировалось строительство этой линии. То есть я сегодня приняла решение о том, что прекращается всякого рода обсуждение и дальнейшая реализация этого проекта. А новый завод где будет? Это будут решать сами предприниматели. Да? То есть я понимаю, что на территории нашего города этого завода не будет. Он уйдет за пределы нашего города. Но здесь самое важное
составляющая будет экономическая, то, что чем дальше расстояние от города вывоз мусора, то есть это будет прямое влияние на тарифы. То есть тариф пойдет наверх? Он пойдет наверх. Насколько, можете сказать? Не буду я говорить, потому что мы не знаем места, где будет сортировка. Потому что каждый километр — это какого-то определенная часть сантима, которая будет начислена нам в тариф. А не сортировать мусор вы не можете? Сейчас... Вот закапали бы, сжигали где-нибудь там. Нет, Андрей, все-таки мы вступили в Европу, мы приняли это решение. Есть европейские регулы, которые обязывают нас в 2015 году уже 50% всего мусора сортировать. И 2020 год, по-моему, 70% мы тоже уже должны вывозить на сортировку и только 30% утилизировать. Иначе нас будет штрафовать самоуправление. Нормальный мэр вот рассуждает, и мне даже она нравится, написал Игорь. Олег, это дама, перебежчик и предатель. В политике такие называются политическими, прости господи. Александр из Даугу впился звонок по телефону. Александр, прошу вас, добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Я хотел бы мэру города задать вопрос такой. Как бы это слухи. Но город у нас небольшой, и как бы все об этом знают. В общем, быстро все расходится, скажем так. Как вы объясните, что ваш заместитель распорядился по улице Варшавас, чтобы отдать ее, допустим, предприятию Биндерса, тем не менее, при том, что выиграл, насколько я знаю, завод Целтрис? Слушайте, это совсем очень локальная информация. Рижанам непонятно. Александр, в деталях расскажите. Это Биндерс что? Это дорожно-строительная фирма, которая ремонтирует дороги, появилась она у нас совсем недавно, как бы, в городе. Опять же, с помощью предыдущего мэра, господина Лачписиса. До этого господин Эгем создал завод свой, и как бы неплохо довольно-таки все это шло и работало. Но в результате Биндерс появился. В общем, соответственно, от этого на заводе Целдориса очень много рабочих мест сократили, так как не надо уже столько, так скажем, честно. Да, я понял вас, Александр. Спасибо большое за вопрос. Сразу не могу согласиться с уважаемым Александром, что город наш маленький. Наш Даугавпилс второй по величине город в Латвии. Я думаю, что мы должны с этим считаться, это раз. Но все равно 102 тысячи по переписи, 102. В Риге 650 минимум. Ну, мы 102. Не будем с Ригой равняться, но второй по величине город в Латвии. И я горжусь этим все-таки. И хочется уважать свой город, в котором мы живем. То, что касается данной улицы и данной компании, то есть улица Варшавас никому не отдана, то есть она является улицей на территории нашего самоуправления. То, что касается фирмы, которая будет реновировать данную улицу, то есть это был конкурс, проведен официально, поскольку на реновацию данной улицы мы получаем европейское финансирование, и в рамках полученного финансирования мы вполне официально проводили все конкурсные процедуры для того, чтобы выявить победителя на реновацию этой улицы. Поэтому за нами следит и ИУБ, поэтому я считаю, что здесь все в рамках закона. А ОБ что это такое? Как КГБ звучит? Это бюро по надзору за закупками. Они всегда проверяют, насколько правильно проведен конкурс, и особенно сейчас, когда ни один конкурс практически... Ну вот честно, вот положите руку на сердце, на Библию, на что угодно, и вот просто поклянитесь в прямом эфире, что все конкурсы проходят честно, и вы как мэр, там ваши вице-мэры никак не могут повлиять на выбор той или иной фирмы. Или можете все-таки? Откуда эти слухи берутся? Я считаю, что они слухи необоснованные, поскольку очень много контролирующих институций, когда проводятся конкурсы, я считаю, что, наверное, каких-то особенных махинаций здесь быть не может. Поэтому руки на сердце, на Библию вложить не буду, оставлю на столе, но все проводится законно. Два вопроса такие совсем конкретные, но, вероятно, очень важные для жителей Даугавпилса. Когда закончится реновация и ремонт 9 и 15 школ, это первый вопрос. Можете ответить? В этом году мы к 1 сентябрю это уже сделаем, потому что там были проблемы все-таки с первоначальной закупкой, потому что изначально были низкие цены на ремонтные работы, поэтому была проблема. Ну и что касается школ, это, опять же, есть проблемные фирмы, которые на сегодняшний день они практически уже не существуют. Но они тоже как-то выигрывают конкурсы, и тоже вроде все по-честному, и предлагают хорошую цену, самую низкую. А потом раз, извините, и дети должны ходить, я так понимаю, кирпичи на голову падают. Пьяный Вася что-то все красит. Андрей, очень больной вопрос, действительно, то, что касается школы детей. Но эти
закупки, эти конкурсы, они были проведены где-то, наверное, около 4 лет назад, да, и это ошибки, возможно, и предыдущего руководства, которым на сегодняшний день... То есть отставленного мэра. На сегодняшний день мы их несем, поэтому здесь мы их исправляем, и я обещаю, что 1 сентября все уже будет на своих местах. И второй вопрос от моего тезки Андрея. Зачем Даугавпилсу нужен музей Марка Ротко, в котором будут выставляться близко приближенные к оригиналу картины, даже не подлинники, общей стоимостью 100-150 латов? Не могу сказать, что это будет действительно и репродукции с картин Марка Ротко, но я считаю, что центр Марка Ротко, о котором говорит наш зритель, он все-таки будет иметь национальное значение, и он будет не только в рамках нашего города влиять вообще на культуру нашу, но я считаю, будет и влиять на культуру всей страны, и, наверное, центр наш, я считаю, будет, и верю, что будет известен и за пределами Латвии, поскольку все-таки художник Марка Ротко, он известен, он мировой бренд, и на сегодняшний день он один из дорогих художников, например, одна из последних работ продана, по-моему, за 85 миллионов долларов. Да. И я благодарна родственникам за такое хорошее сотрудничество и за поддержку самоуправления. А, кстати, эти родственники, они живут в Америке есть какие-то дальние родственники в Даугавпилсе оставшиеся? Нет, они живут в Америке, и у нас очень хороший с ними контакт. Они много раз были, относительно много, беря расстояние от Америки до Латвии, были у нас в Даугавпилсе, и при открытии центра Марка Ротко они вначале обещали 2 оригинала работ данного художника, но на сегодняшний день мы говорим уже о 6 работах, и в нашем центре будут оригиналы работ Марка Ротко. Оригиналы тоже? Оригиналы, да. И мы готовим сейчас отдельное помещение именно для оригинальных работ, для картин Марка Ротко. Я считаю, что это будет большой бренд и большой плюс в культуре не только нашего города, как я сказала, но и Латвии в целом. Наш мэр очень много говорит, но ничего не делает, пишет Надежда из Даугавпилса. За 2 года не было сделано ничего, по большому счету, кроме реновации крепости. Она говорит о журналистской этике, о эмоциональном состоянии жителей, постоянно хранит эфирное молчание, когда жители хотят услышать что-то о власти города. Ля-ля-ля-ля-ля. И о предпринимателях ложь, вторая часть этого письма. Предприятия закрываются, рижские крупные компании уходят, закрылись рижские зоомагазины, закрылись магазины Геркинс, таких много. И, в общем, какие предприятия открылись за 2 года? Сколько их? Спрашивает вас Надежда, говоря о поддержке предпринимателей. Ну, что касается неактивности, тут я здесь не хочу, опять же, соглашаться. Я всегда достаточно много работала, поэтому сколько есть возможности, мы на сегодняшний день стараемся очень активно развить наш город. И я считаю, что у нас уже что-то удается. Может быть, небольшой срок, 2 года, да, чтобы показать уже какие-то такие конкретные результаты работы, но они есть, они чувствуются. И возможно, если бы это был период руководства 4 года, то, конечно, результат был бы полноценный и видимый. То есть я не сторонник идти по такому политическому популярному пути, когда ты сегодня вечером что-то сделал, утром вышел, народ увидел и поднял твой флаг и сказал, вот какой ты молодец. Я считаю, что все-таки должны быть плановые, долгосрочные вложения, какие-то планы для того, чтобы город развить в том же плане экономическом, дать новые рабочие места, что необходимо для наших горожан в первую очередь, дать возможность пополнить бюджет самоуправления. И за 2 года мы за долгие годы работали с плюсом, то есть мы делали изменения в бюджете в сторону увеличения его, и мы смогли дополнительные программы сделать для горожан. Я думаю, горожане не могут не заметить, что в течение 2 лет, за последние долгие годы мы реновируем очень много улиц, хотя мы получаем замечания, потому что так или иначе мы их перекрываем. Мы начали 2 года назад новую программу по реновации тротуаров и дворовых территорий, то, что до этого не было. И я считаю, что это самое главное, чтобы мы создали вот такую возможность комфортного проживания для наших горожан. И мы это делаем. То есть если человек 10 лет выходил и вступал
попал в одну и ту же яму в своем дворе, когда мы это делаем, эту программу реализуем. То есть я считаю, что все-таки жители должны замечать. Сейчас у нас новая программа по установке детских площадок, то, чего в принципе не было. Да? И в этом году... Вообще не было никогда? Она была такими местами только локально. Да? Сейчас мы это массово делаем. Мы стараемся, чтобы практически во многих уже дворах стояли детские площадки, да? Чтобы дети могли, выходя во двор, как-то проводить свое свободное время. Кроме того, в этом году мы уже при наличии таких погодных условий начнем установку дворовых спортивных тренажеров. Да, то есть, и это так, тоже бомжи будет для двора. Растащут все, сдадут в черный металл, пропьют. Вы там, знаете, гантели, а они всю ночь отпилили. Нет, Андрей, сейчас есть какие-то новые такие технологии, которые не дадут возможность, наверное, их так унести. Да? Сергей Сушко написал, Тодумов во главе с Жанной Кулаковой лучшая за все время независимости, реально помогает предпринимателям и развитию города. Видите, читаю и то, и другое. Спасибо, очень приятно. Давайте Олега послушаем из Даугавпилса, а потом тут еще один вопрос по крепости. Есть довольно интересный. Олег, добрый вечер. Да, добрый. Прошу вас. Я вот... Да. Олег, надо говорить. Я в продолжение пустых улиц Даугавпилса. Пожалуйста. Обидно, что... Вот мой сын закончил ДУ в прошлом году. И никуда. И куда ему податься, бедному? Спасибо. Понимаете, большое. Нет никакой программы. Я понял. Вот молодежь-то, да, это, кстати, в Даугавпилсе мечта свалить как минимум в Ригу. У рижской молодежи в Даугавпилс назад никто не едет. Свалить как минимум в Германию или в Ирландию, а еще лучше взять друзей, приехавших из Даугавпилса в Ригу, и с ними свалить в Ирландию. И отток молодых кадров, обученных здесь, в местном университете, даже там за налоги, на бюджетных отделениях, он туда, на запад, назад никто почти не возвращается. Андрей, это проблема, мы все прекрасно понимаем, не только нашего города, она проблема Латвии в целом, да, и сейчас очень приятно хотя бы начался разговор о том, что в Латвии должна существовать программа реэмиграции. Да, но на сегодняшний день, работая в самоуправлении, я понимаю, что пока эта программа войдет в силу, мы должны заниматься, не знаю, как назвать, может быть, программой интеграции тех людей, той молодежи, которая на сегодняшний день живет и, может быть, уже начинает думать о том, чтобы уехать за границу. Поэтому в самоуправлении мы понимаем, что основная причина уезда молодых людей, вообще, наверное, людей, которые уезжают за границу, это в первую очередь отсутствие рабочих мест, на которые они могут претендовать, то есть отсутствие работы. И вторая основная причина – это жилье. Поэтому, что касается рабочих мест, мы, как я сказала, 2 года уже работаем в этом направлении. И так или иначе, несмотря на то, что процент безработицы в Латгалии в целом поднялся, у нас в Даугавпилсе на 2% снизился. Да, и я, как сказала, это не получится так, что мы сегодня вечером решили, что завтра не будет безработицы, будет много рабочих мест в Даугавпилсе, и мы проснемся, это будет. Нет, идти нужно планово, и нужно идти в этом направлении. Да, хотя, может, не все удается так быстро, как хочется, но мы это делаем и будем дальше продолжать это делать. Это раз. Кроме того, в ближайшее время мы планируем применять изменения в обязывающих правилах, где мы по присвоению жилья от самоуправления, где мы хотим включить категорию жителей, это молодые семьи с детьми. Да, то, чего у нас на сегодняшний день нету, у нас могут претендовать пенсионеры-инвалиды, дети, которые выходят из детских домов, люди, которые приходят из мест заключения и со статусом малоимущей семьи. То есть мы хотим взять категорию, которая не имеет какого-то социального статуса, а молодая семья, которая воспитывает детей, да, и мы пойдем по этой программе и будем выделять им жилье. То есть, единственное, что у нас может быть не так много жилья на сегодняшний день, у нас не строится жилье, поэтому сейчас мы рассматриваем... Не строится, у вас нет программы социального строительства, как вы видите? Нет, сейчас мы тоже этот вопрос рассматриваем и ведем переговоры с банками, потому что те здания, которые потенциально могут быть отремонтированы, отреновированы под жилье для наших горожан, к сожалению, принадлежит в большей степени банкам, особенно одно здание, которое в большей степени нас интересует в центре города. Это бывшее общежитие большого завода, локомотивно-ремонтного завода. Но, к сожалению, банк пока держит цену, которая для нас
не вполне приемлемое для города, для нашего бюджета. И вы хотите это под социальное жилье переделать? В смысле, не строить, а уже отремонтировать, коль скоро здание готовое? Не будем называть это социальное жилье, поэтому я сказала, независимо от социального статуса, молодая семья с детьми должна получать квартиру. Да? Поэтому это не будет социальное жилье, это будут квартиры, которые выделяет самоуправление для наших горожан, в частности, для молодых семей и для семей, которые стоят в очереди. Социальное жилье у нас есть социальный дом, поэтому... Здесь не идет речь о социальном жилье. Леонид Бухрот написал, выражая вам мою признательность, Жанна Кулакова, а Иван Иванов написал, зачем при ней загубили гадыбу. Раиса из Даугавпилса, последний звонок в этом эфире. Раиса, доброго вечера вам. Алло. Да. Добрый вечер. Здрасте, Раиса. Мне бы очень хотелось задать вопрос нашему мэру города, потому что я... Вы уже это делаете, задавайте, Раиса. Да. Я столько лет проработала в Даугавпилсе. Раиса, вопрос или комментарий? Меньше двух минут у нас. Так, инженером на всех предприятиях завода. Сейчас работаю в Риге. И дело в том, я хочу спросить. От того, что на европейские деньги возрождается территория Химволокно, и те же качели в то же время для детей несуществующих семей, я хочу сказать, я оплачиваю квартиру в Даугавпилсе, оплачиваю квартиру в Риге. И мне очень хочется вернуться по своей специальности на завод. На металлообрабатывающие, которые, в принципе, хочу задать вопрос. Вы делаете возрождаете завод на химволокне, а есть ли какие-то перспективы, чтобы я, женщина после 50, работая инженером-конструктором в Риге, могла вернулся бы возвратиться домой. Я понял, Раиса, спасибо. Мы действительно делаем все, что возможно. И здесь я благодарна за вот этот вопрос, поскольку женщина-представитель сферы металлообработки. Да, и металлообработка – это самая ведущая сфера бизнеса и предпринимательства в нашем городе. Это где-то порядка 28% от всех предприятий. И мы на нее ставим акцент, поскольку она является ведущей, и делаем все возможное, чтобы она и развивалась дальше. И не далее, как, наверное, 2 недели назад у нас был руководитель ассоциации металлообработчиков Латвии. Да, мы этот вопрос обсуждали, и он встречался с нашими предпринимателями, какие моменты, какие нужно, может быть, какое лоббирование вопросов для того, чтобы предприятия наши и существовали, и развивались в дальнейшем. Но здесь я хочу поблагодарить наших предпринимателей, поскольку мы уже вот подвели итоги 2012 года, и мы можем сказать, что у нас экономические показатели предприятий нашего города за 2012 год выше, чем показатели, вот как всегда в кавычках называли, жирные годы. Да? То есть мы уже перешли тот рубеж, мы выше, поэтому это говорит о таком более-менее стабильном развитии предприятий нашего города. Да, то, спасибо вам большое, нам пора заканчивать. Но вот совсем коротко ответьте, что у вас на лацкане за значок такой? Это значок депутата Даугавпилской городской думы. А у вас значки, это как Пусейма, да, там свои, у Рижской думы свои? Ну, это в положении написано о статусе депутата, что... Должен носить? Ну, я считаю, что мы должны носить. А значок. Если не носите, кто штрафует? Никто нас не штрафует. Я считаю, это, наверное, внутренняя позиция. Если ты являешься депутатом, ты, наверное, должен какую-то проявлять гордость по отношению к главному символу города. А здесь отмечен герб города. Спасибо вам большое. Удачи. Это Жанна Кулакова, мэр Даугавпилса. Весь ты час отвечал на ваши наши вопросы. Спасибо вам. Спасибо. Я благодарю вас за внимание. Прощаюсь до завтра. Завтра в этой студии Ольга Кононова, женщина, которая родилась мужчиной, но которая ощущала себя женщиной, и врачи, которую называют транссексуалом. Исповедь Ольги Кононовой. Завтра в эфире ТВ5.